Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас сегодня с вами карта дня на 11 августа 2022 года. Это у нас четверг. Давайте с вами посмотрим, что это за день, что он нам принесет четверг, 11 августа. Прогноз у нас для представителей всех знаков зодиака. Он у нас общий. Так, общая карта дня. Ну, прекрасно. Любовь, эмоции, благополучие, счастье, гармония. Кто-то узнает о беременности, да, у кого-то в этот день может появиться ребенок, допустим. Прибыль, деньги. Вы будете заниматься своим любимым делом, встреча с родными, с близкими людьми. Или же здесь какие-то договоренности о встрече будут. Подготовка к чему-то, к празднику может быть подготовка. Так, что здесь еще? Вдохновение, чувства. Ну, такой хороший, спокойный день. Так, что в позитиве 11-го? Так, 11 августа. Ну, вы сможете выйти из какой-то затруднительной ситуации. То есть, если вас в чем-то заподозрили, или вас хотели, знаете, как-то в чем-то обвинить, к примеру, или вообще какая-то, может быть, щекотливая ситуация, вы поймете, что у вас есть возможность из нее, ну, скажем так, выйти сухими из воды. У вас получится кого-то обхитрить. Как-то, ну, во благо, да, то есть мы говорим во благо, потому что здесь позитив идет. В то же самое время, если это не касается напрямую вас, то вы поймете, если вот в вашем окружении есть человек, который вас обманывает, допустим, или как-то хочет вот воспользоваться вашими какими-то благами, то вы этого человека определите. Смотрите, он у вас за спиной. Вы на него можете даже не подумать, не смотреть на него. То есть вы как будто бы заняты совершенно другим делом. И пока вот вы отвлечены, да, вот этот человек может пытаться там что-то у вас забрать, да, украсть, присвоить себе. Но вы вовремя этого человека распознаете. В чем эта проблема заключается, да, вот вы все поймете. Так, в чем будет заключаться негатив дня 11 августа? Трудности с финансами могут быть какие-то, вот это будет в негативе. То есть здесь может быть еще кража, ребята, очень аккуратно в этот день. Здесь может быть кража, либо у вас за что-то потребуют деньги, могут вымогать за что-то деньги. Вы все равно как-то решите этот вопрос. Но у меня такое ощущение, что это как за спиной что-то такое, поэтому будьте аккуратны. Следите за вещами, не оставляйте нигде ничего. Также есть человек, который вот наблюдает за вашей семьей, допустим, за вашим благополучием и хотел бы как-то вот оказать какое-то влияние. Оказать какое-то влияние вот на вашу семью. Но я так думаю, что у этого человека ничего не получится. Я думаю, что ничего не получится. Ну, сейчас мы посмотрим дальше, какие карты. На что следует обратить внимание 11 августа? Суд. Кто-то сообщит вот вам, как будто бы о ком-то могут рассказать, донести. Вот ваше внимание привлекут к человеку, да, который является вот вашим недругом, да, вот или о какой-то ситуации вам могут рассказать. И вы как будто бы вовремя обернетесь, увидите вот это. И сможете предотвратить вот какую-то нехорошую ситуацию. Какая карта характеризует личные взаимоотношения 11 августа? Страсть. Страсть, амбиции. Тут важную роль будет играть женщина. И здесь еще может быть какая-то хитрость между двумя женщинами. Притом эти женщины могут касаться, вот как будто они как в одной семье, к примеру. И вот здесь могут быть, знаете, такие, ну вот, игры друг перед другом. Это раз. Дальше. Здесь вот есть женщина, которая проявляет интерес к вашей семье.
То есть вот она интересуется вашим положением, вашим доходом, ей интересно что-то. Так, хорошо. Но в целом, если смотреть, это страсть, амбиции, какие-то желания, действия. Что-то будете вы творить, создавать в этот день. Так, далее, в рабочей сфере 11 августа. В рабочей сфере будет все спокойно. То есть здесь единственное, что некий мужчина может вам говорить по поводу того, что все хорошо, ничего не происходит, все у нас стабильно. Вот в работе вот идем сукубо вот по плану какому-то, по графику. И вот тут я не исключаю, что, знаете, какой-то здесь может быть обман. Да, вот здесь может быть какой-то обман. Касательно денег, касательно того, что вот документально здесь все оформлено. Вот этот мужчина, для того, чтобы вы не ушли, для того, чтобы вы остались на этой работе, кто-то может вас обманывать. И говорит, что все хорошо, все в порядке. Хотя на самом деле что-то могут от вас скрывать. И не все так гладко, как хотелось бы. Так, далее. Можно ли 11 августа давать деньги в долг? Нет. Можно ли брать деньги в кредит 11 августа? Ну, в принципе, я думаю, что можно. Можно. Но единственное, что обратите внимание на те документы, которые вы подписываете, чтобы все было в порядке. И общий совет карт на 11 августа. Так. Ну, во-первых, вы должны будете следить за вашим эмоциональным состоянием, потому что у вас могут быть перепады настроения в этот день. Так, далее. Желательно отдохнуть, да, уделите время себе. Может быть, как-то вы себя побалуете. Вот вы должны как-то сакцентировать внимание именно на себе, на своем развитии. И у меня такое ощущение, что вы должны дать возможность какой-то ситуации вот проявиться. Вы получите однозначно какую-то вот эту информацию. Кто-то что-то вам сообщит. Или вы сами узнаете, но посредством там чего-то. И совет, да, то, что касается материального, спрячьте. Что-то вам нужно спрятать, чтобы было в тени. Достаток, да, чтобы достаток был в тени. Не выпячивайте что-то. Так, хорошо, давайте посмотрим. Общий совет, не общий совет, а вот послание фей для всех на 11 августа. Признайтесь себе в истинных чувствах. Будьте честными с собой. Только вам известно, чего вы на самом деле желаете. Ну, вот это да, здесь никакой не должно быть игры, здесь должна быть ясность, честность. И вот что-то всплывет как будто бы наружу, то есть что-то вы узнаете, вы сможете расправиться с вашими вот этими врагами, вы обратите на них внимание и предотвратите какую-то нехорошую ситуацию. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго.